То есть как именно происходит накопление, выплаты и так далее. Смотри, для того, чтобы стать партнером компании, нужно сначала зарегистрироваться. Это делается на сайте villavi.com, и для этого тебе нужен номер ID человека, который тебя пригласил в бизнес. Регистрация бесплатная, она ни к чему не обязывает, она просто дает тебе доступ к личному кабинету, ко всей информации, к интерфейсу и так далее. Вот. Следующий шаг после регистрации – это активация. Есть два варианта. Это может быть либо базовый вход, я его еще называю клиентский, либо бизнес-вход. Один продукт в компании стоит 2500. А комплект экстра плюс бленд, да, то есть стоит 5000 рублей. При базовом входе ты покупаешь себе комплект экстру и бленд, соответственно, он стоит 5000 рублей. Тебе возвращается розничная премия 1560 рублей. Соответственно, твой вход в бизнес стоит 3500. При бизнес-входе ты покупаешь сразу 20 продуктов. Это 10 комплектов. Они в своей себестоимости стоят 50 тысяч рублей. Но ты за них платишь не 50, а сразу с оптовой скидкой 34 400. То есть, когда ты реализовал эти продукты, да, ты возвращаешь себе свои 34 400, плюс 15 600 ты еще зарабатываешь, ну, плюсом. Вот. Помимо этого, на бизнес-входе ты получаешь уже большие проценты. Это будет видно там дальше из маркетинга. И здесь ты получаешь возможность 4 плюс 1. То есть в дальнейшем ты имеешь возможность покупать 4 продукта и 5 получать в подарок. Соответственно, один продукт тебе выходит там, ну то есть ты экономишь на нем где-то около 1400 рублей. Экономия. Вот. Если строить бизнес, я рекомендую сразу рассматривать для себя бизнес-вход, потому что здесь уже другие проценты, и это более серьезный этап входа. Вот. Это как покупка франшизы, покупка своего бизнеса. Вот. Следующее. В компании порядка 12 бонусов, то есть маркетинг сбалансирован таким образом, что очень хорошие выплаты на старте дают почувствовать новичку, ну, хорошие деньги, и при этом нет стагнации, когда у тебя уже уровень зарплаты там 150, 200, 300 и так далее. То есть нет предела, и доход всегда растет. Но на первом этапе доступны только 5 бонусов, о которых я сейчас кратко расскажу. Первый – это стартовый бонус. Стартовый бонус – это бонус за то, что вы пригласили партнера, и он активировался. То есть вот, допустим, это вы пригласили там 3 партнеров, они там еще 2, вот так вот. Те, кого вы позвали первые, это ваша первая линия. Те, кого вы позвали вторыми, это ваша вторая линия. Те, кого вы позвали третьими, это третья линия. И стартовый бонус, он идет до 6 уровня в глубину. То есть с первой линии, будучи на бизнес-входе, вы получаете 30%. Если вы на базовом входе, вы получаете 5%. Дальше проценты распределяются таким образом. Со второй линии 5, 4, 3, 3 и 2%. В деньгах это выглядит следующим образом. Когда вы на бизнес-входе, вы пригласили человека, ну, на базовый вход как клиента, то вы получаете с него 600 рублей. Когда вы на бизнес-входе и пригласили человека как партнера на бизнес-вход, вы получаете с него 6000 рублей. Соответственно, пригласили 10 людей в бизнес, получили 60 тысяч рублей. Со второй линии вы получаете, если пригласили на бизнес, 1000 рублей. С третьей линии 800 рублей. Ну, то есть этих людей вы, в принципе, уже не знаете, потому что тут работают уже люди, которых вы пригласили. Ну, и тем самым дальше в глубину. Вот. Следующий бонус – это групповой объем или товарооборот. То есть все, что делаете вы, объем какой себе, либо на продажу, да, то, что делает ваша структура, все это суммируется, и вы получаете от 4 до 21% с товарооборота всей вашей сети. В зависимости от уровня, ну, сколько у вас сейчас объем общий. Вот. Следующий бонус – это бинарный бонус.
Этого бонуса нету в других компаниях, поэтому маркетинг Вилави на самом деле самый выгодный сейчас в России. И он платит в 6 раз больше, чем обычные другие сетевые компании. Бинарный бонус, он отличается от, допустим, стартового или группового объема. То есть если здесь вы можете сколько угодно людей там приглашать себе в первую линию, сколько угодно подписывать, то бинарный бонус открывается уже при лидерской квалификации. То есть когда вы сделали товарооборот там 3000 баллов всей структурой, вас размещают в бинарном дереве, и оно строится вот таким образом. Ну, то есть, допустим, вот так. У него есть только две ноги. Соответственно, вот сюда вы можете поставить только двух партнеров. Вот вас разместили в бинарном дереве. Допустим, вот это ваши 5 партнеров. Допустим, человек, который пришел пятым, он активно включился в бизнес, начал работать по технологии, вас дублицировал. Подключил тоже людей, сделал товарооборот 3000 баллов, и вы его разместили вот сюда. Допустим, человек, который третий, тоже проявил активность, вы его разместили вот сюда. Если человек, например, которого вы позвали в бизнес первым, но которым долго думал, либо разбирался, либо принимал решение, он тоже поймет, что вот ребята уже на этот момент зарабатывают там 30-50 тысяч рублей, захочет тоже сделать, активно себя проявлять, начнет подписывать людей, сделает квалификацию, то вы его ни сюда поставить уже не можете. Соответственно, вы его будете подставлять, например, вот сюда, под своих людей. То есть человек, который пришел в бизнес последним, будет получать в дальнейшем все с товарооборота человека, который пришел сюда первым, но долго включался. Почему важно быть в компании у сильного лидера, то есть в сильной ветке? Потому что выше вас тоже находится ваш спонсор, то есть не один их там линейка спонсоров. И они подписывают себе в первую линию много людей. Соответственно, у них тоже уже ноги заняты. И они, когда у них кто-то становится лидером, 3000 баллов делает, они его ни сюда, ни сюда поставить уже не могут. Соответственно, они его будут подставлять ниже по дереву под вас. И это может быть уже какой-то совершенно незнакомый вам человек, возможно, из другого города, может быть, даже из другой страны. И вы открываете личный кабинет, и у вас тут образовался уже ячейка занята, то есть уже будете получать товарообороты неизвестного человека. Для чего это нужно? Потому что по маркетинг-плану мы каждый месяц получаем, у нас динамический бинарный бонус, в среднем это выходит 15%, около 15% с товарооборота меньшей ноги. Соответственно, вы и ваши вышестоящие наставники, спонсоры, они заинтересованы в том, чтобы усиливать там свою слабую ногу, чтобы собрать по максимуму. То есть, например, если там на начальном этапе, когда у вас здесь всего два партнера, у вас здесь 3000 баллов, здесь 3000 баллов, в деньгах вы получаете 18 тысяч рублей. То есть 15%. Если потом в дальнейшем, когда организация растет, и вам переставляют переливы людей, и вы сами работаете со своими ветками, допустим, здесь 12 тысяч баллов, здесь 9 тысяч баллов, то вы будете получать с 9 тысяч баллов, это в деньгах там 54 тысячи рублей, если бонус на данный момент 15%, то вот эти деньги, 3 тысячи остаток, они не сгорают, они переносятся на следующий месяц. Вот. И бинарный бонус, его преимущество в том, что он идет до бесконечности в глубину. То есть это одно большое дерево, которое, сейчас формируется его верхушка, которая будет в дальнейшем только расти и расти вниз. Вот, это третий бонус. Еще есть четвертый бонус, это розничная премия. То есть для тех людей, кто умеет хорошо продавать, они могут, собственно, заниматься именно не построением партнерской сети, а продажей продукта, Либо, возможно, у вас есть салон красоты, либо массажный салон, то есть, там тоже можно про продукт рассказывать, соответственно, заинтересовывать людей. С одной экстры вы получаете 820 рублей, с бленда вы получаете 760 рублей. То есть, если вы на бизнес-входе и продали, допустим, 100 баночек экстра, то вы зарабатываете по максимуму 107 тысяч рублей. Тоже неплохо. И последний бонус – это автобонус.
свыше определенной квалификации, когда человек делает всей структурой товарооборот, и для этого достаточно иметь всего двух лидеров у себя. Компания предоставляет возможность, то есть дарит Mercedes либо А-класса, либо С, либо Е-класс, либо Chevrolet Camaro. Вот. И, ну, вместо А-класса еще можно забирать Harley. Ну вот, собственно, по статистике компании, то есть если тебе интересно и ты готов попробовать, ты готов быть первым в своем городе, ты готов начать уже хорошо зарабатывать, то первые шаги, они выглядят примерно так. Первые 10 дней или неделя, ой, неделя, месяц, это первый шаг. Мы с тобой делаем запуск бизнеса, рассматриваем технологию. В зависимости от того, какое количество времени ты можешь посвящать этому бизнесу и какие цели у тебя стоят, какой у тебя ресурс, там, человеческий, временной и так далее, мы распределяем на временной интервал. Соответственно, сколько встреч тебе нужно провести, да, чтобы там был определенный результат. Мы это все с тобой расписываем и проводим по первости вместе. Твоя задача – подключить 5 партнеров. Причем это может быть выглядеть таким образом, что ты позвал их лично. Это может быть выглядеть вот таким образом. Ты позвал, например, 2 людей, а этот человек позвал еще 3. Тогда у тебя здесь уже общий объем 3000 баллов. Тебе открывается бонус, про который я в предыдущем рассказывала, лидерский. И твоя зарплата на этот момент 30-50 тысяч рублей. Это независимо от продажи продукта. То есть, если ты еще продаешь, соответственно, ты еще, ну, зарабатываешь сверху. И это квалификация 1 карат. Второй шаг – это второй месяц. Когда из вот этих вот людей у тебя выделяется 2 лидера, два человека, которые дублицируют тебя, с которыми ты, ну, рассказываешь им технологию, с которыми ты также работаешь, как я с тобой. И тогда у тебя уже делается объем 6000 баллов. У тебя 2 лидера. И твоя зарплата на этот момент 50-70 тысяч рублей. Это квалификация 2 карата. И третий шаг, это третий месяц. У тебя также может оставаться 2 лидера. Возможно, кто-то, ну, то есть, будет еще. У тебя объем идет 12 тысяч PV, то есть баллов. И это квалификация 3 карата. Зарплата здесь где-то 70-100 тысяч рублей. И это первая квалификация на Mercedes А-класс. То есть на самом деле в этом маркетинге реально через 4 месяца-полгода выйти на доход 150 тысяч рублей и ездить на Мерседесе. То есть если твоя работа позволяет тебе купить Мерседес через полгода, то в принципе можно еще подумать. Если она не позволяет тебе, то лучше предложения на рынке сейчас нету. Вот. Если ты готов включаться, то давай тогда регистрироваться, давай выбирать дату входа и дату запуска в бизнес.